Что говорит Википедия о городе Ани? Городе Тысячи и одной церкви, столице армянского Анийского царства Армении. Через город в то время пролегало несколько торговых путей, и он считался самым технически современным в мире. В городе проживало более 200 тысяч человек. Таких городов в этой части мира и во всей Европе было всего 4. Это Ани, Константинополь, Багдад и Дамаск. Также считается, что Ани был прародителем готического стиля в архитектуре, который только через 2 века распространился по всей Европе. Но этому городу не суждено было стать одним из величайших городов современности. Сильное землетрясение, а затем многочисленные набеги Византии и турков-сельджуков практически сравняли город с землей. Если будете в этой части Турции, то обязательно посетите руины некогда великого города.